Вот, по поводу сервера на вот это вот сервера Малиновки, да. Сейчас я расскажу еще предысторию, только я подготовлю, да, информацию, которую я буду в вас вкачивать на данный момент, пропаганду, да, так сказать, свою. Вот. Сейчас еще на сайт Малиновки надо найти. Малиновка. Заходим на сайт Малиновки. Значит, листаем сюда. Сейчас помощь. Ну все, красиво. Так, все, окей. Нет, теперь, ладно. Короче, господа, подождите, вот это я открыл, вот это я открыл, вот это я открыл. И последнее, что я должен открыть, это вот. Так. Ну, да. Здорово, привет. Привет, Питон. Привет, привет. Прикольный ник у тебя, кстати. Короче, господа, начнем вот с чего. Объясняю вообще, во-первых, что такое Малиновка, да, что такое сервер Малиновка. А во-вторых, я расскажу, как мы туда попали и вообще, как мы там планировали играть. Я уже три, да какой 3 дня, 4 дня или даже 5 рассказываю про то, как мы на ночных стримах играем, там реально весело. Я вам даже чуть попозже расскажу краткий пересказ того, как мы играли на Малиновке. Есть такие вот сервера, да, в игре San Andreas, да, GTA San Andreas, как San Andreas Multiplayer, типа SAMP. И там есть сервера типа RP. Вообще сервер SP очень много, да, вот идей позаимствовал у SAMP. Вообще у всего вот этих всех направленностей SAMP, потому что там реально есть работа, распределение на госструктуры. И то есть многие вещи были красиво перекочеваны на наш сервер SP. Вот. Ну, я сам не очень всегда любил, потому что там графон уже говно, но там весело. Весело, что там делать. Рассказываю, что там чисто, красиво, весело делать. Можно зайти практически на любом, даже самом популярном сервере. Если вы задонатите туда 100 рублей, то вы уже сможете себе и машину купить. Некоторые там школьники задротят по там 8 часов в день для того, чтобы купить машину. А ты эту машину покупаешь за 100 рублей и уже катаешься с друзьями. Что мы и сделали. Мы на ночных стримах с Бородором последние 5 дней кучеряво играли на сервере Малиновка, потому что там смешно, и там есть голосовой чат, а когда есть голосовой чат, тогда еще смешнее. Вот. И мы там катались на машинах, купили дом, организовали банду бомжей. Многие мои, как бы, игроки, да, мои зрители донатили на этот сервер, то есть да, данный сервер получил прибыль. Вообще стримерам данный сервер платил деньги, платили Мэдисону, платили Гладу Валакасу за то, чтобы там ролики и стримы проводились. Вот. И, естественно, если б я вовремя подал заявку, то, скорее всего, мне бы тоже платили. Но мне это нахер не всралось, я зашел туда порофлить, и как бы и рофлил, и красиво. Но, прошу заметить, то, что данные сервера, они РП, а если там РП, это гораздо жестче. У нас тебя что, ну максимум тебя оштрафуют, да? А у нас на сервере, на СП, да? А у них там вплоть до того, что могут забанить. То есть у тебя для того, чтобы убить человека, должна быть четкая причина для убийства. Ты, если там, ну, считай, грубо говоря, если ты армеец, то ты можешь убивать там на территории армии людей и все такое. Естественно, я со своей стороны отыгрывал РП, но реально насколько мог. То есть у меня была своя предыстория. Я босс-ниггер, который прибыл из Майами со своими рабочими, потому что налоги в Америке очень большие. Мы приехали в Россию работать на полях и подниматься по карьерной лестнице. Я единственный босс-ниггер типа во всем русском городе. И мы постоянно катались на машинах, смеялись, веселились. Короче, было довольно весело. Но в первый день произошло то, что мы попали под беззаконие. То есть человек не отыгрывал РП, высокопоставленный мент, глава ментов на том сервере, он меня просто ни за что посадил в тюрьму за организацию митинга. Хотя как бы митинга никакого не было. Вот. И за то, что мои люди избивали машину. Посади тех людей, которые избивали машину. Я что должен делать в этот момент, да? Как бы лол.
Вот, я предлагаю после того, ну, если вы считаете это законным, то я предлагаю каждый час, наверное, в России происходит одно убийство, а раз Путин глава государства этой России, значит, надо посадить Путина за убийство, которое сделал Вася Пупкин, потому что Путин же главный, да, как бы, я думаю, что Путина надо посадить в тюрьму после того, как Вася Пупкин убил свою жену. Вот, если это считать точно таким же законным способом, да? Я написал администрации, значит, каким образом я написал администрации, да? Прошу заметить то, что вот тут вот есть на главном сайте, на котором я донатил, да, и на котором я вот это играл, тут есть вот такая штука, ты нажимаешь на помощь, и тут можешь открыть переписку. Посмотрите, какую поэму я написал, на паузу можете потом поставить. Я предложил и сотрудничество, мне деньги не нужны. Я не помню, писал ли я здесь, вот, но я вам еще потом напишу. Вот здесь вот я, по-моему, сейчас, секунду, e-mail открою. Вот, короче, на e-mail я им писал, я им говорю, мне не нужны деньги, мне надо просто, вот, пишу, денег мне не надо, мне нужно просто помощь со стороны администрации, потому что такой толпой управлять невозможно. Мы специально играли по ночам, днем я запускал стримы только на Good Game, где было мало зрителей, для того, чтобы не мешать игрокам, потому что на данный момент на серверах на этих, на Малиновке, играет на первом сервере сейчас играет 450 человек, на втором играет 365 человек, на третьем сервере играет 286 человек. Ну, то есть, люди заходят отыгрывать РП, а тут, естественно, толпа бомжей будет им мешать. Я принимал со своей стороны максимум, что мог, да, максимум помощи оказывал. И тем более, сервер получил прибыль, сервер получил игроков. Я попросил защиту от дебилов, которые меня сажали в тюрьме, а также предоставил ссылку на себя. Вот это вот, предоставил все скриншоты, естественно, доказательства. Вы можете подать жалобу на игрока через форум. На что я получил ответ. Ладно, я спрашиваю, а тогда по поводу стримов. Прошу заметить, 4 августа был задан вопрос, до сих пор ответ я не получил. От сервера Малиновка, да, то есть они, видимо, я так понимаю, что с их стороны они видят то, что я и так там бесплатно играю, и мне помощь не нужна. Вся помощь, которая мне не нужна была, превратилась во вчерашний день. Прошу заметить, еще раз повторяю то, что без причины убивать людей никто не имеет права. Мы благополучно хотели просто сесть в машину. Нас убили всех. Мы хотели сесть в машину и просто уехать. На что пришли не админы, а просто какие-то рандомные челики. И начали расстреливать нас. Вот, прошу, запись есть того, что нас просто так расстреливают. Я в определенный момент, может быть, даже здесь, спрашиваю у них, какая причина того, что вы нас расстреливаете. Я не помню, что это здесь. За что стреляете? Причина стрельбы. Короче, я не буду долго затягивать. В ответ на причину стрельбы мне сказали, не надо здесь находиться толпой. Если не надо здесь находиться толпой, пусть приедут менты и посадят эту толпу в тюрьму. То же самое по РП, типа, чтобы по РП, я тут благополучно в тюряшке, по-моему, на данном стриме, я прекрасно отсидел, да, в тюрьме 10 минут или 5 минут, я не помню, сколько я сидел в этой тюряге, да. Окей, типа, я там нарушил закон, меня посадили, все окей, но нас расстреливали чисто не по РП. Значит, что, как бы, желание играть на данном сервере у меня отпало после того, как нас просто так расстреливали, и, естественно, администрация никакого вообще ответа я не получил, то есть я не помню, когда я в 4 часа утра написал данное сообщение, да, уже практически весь рабочий день прошел, и ответ я не получил. Вы скажете, Кирилл, они тебе не обязаны так быстро отвечать на твои сообщения. Ну, с одной стороны, я согласен, потому что, ну, как бы, я-то ответ хоть краткий, да, но получил, когда написал 3 августа, да, в 4 утра примерно в такое же время, и спустя почти 20 часов я получил все-таки ответ, да, вполне нормально, но... Чисто ради проверки, а может быть в будущем это перерастет и не в проверку, я написал на другой сервер, на котором я, блядь, даже не играл. Я написал такое же сообщение,
Мне ответили, знаете, через сколько? В 19.00 мне ответили? Мне ответили за 15 минут. На другом сервере мне ответили за 15, сука, минут, и мне уже готовы выдать и моим людям деньги, и выдать мне деньги, и выдать нам машину, чтобы мы покатались. При этом тут мне готовы это выдать, а на другом сервере я донатил из своих денег. Мне вообще, как бы, за рекламу сервера мне должны заплатить, а я, блядь, на Малиновку я донатил. Я туда задонатил суммарно уже 500 рублей где-то. И еще на одном сервере я задонатил, на котором меня посадили в тюрьму. Я пошел на второй сервер и туда еще задонатил, блядь. И мои подписчики туда донатили. В итоге мне вообще ничего не отвечают. Я просто сталкиваюсь с игнором со стороны дебильного сервера Малиновка. И при этом на этом сервере нон-РПшники меня, убивают просто мою толпу и говорят, за то, что вы здесь толпой. Так мы, блядь, господа, доказательства. У меня есть доказательства. То есть после фразы вы можете, кто вчера там был на стриме, я не буду ваше время затягивать, да? Мы постоянно пытались сесть в машину и просто оттуда уехать. Мы реально пытались уехать. Тут есть зеленая зона, в которой ПВП отключено. Мы только выезжаем из-за этой зеленой зоны, в которой ПВП отключено, нас начинают расстреливать. Моментально. Вот он человек. Знаете что, вы скажите, напишите администрации, напишите админам по поводу того, что вас расстреливали вот эти люди. Знаете, какой ответ администрации, я не буду уже писать, потому что я понимаю, что это бесполезно. Знаете, какой ответ администрации постоянно поступает людям, в том числе и нашим, которые репортили? К рассмотрению принимаются видеоматериалы, загруженные только на видеохостинг YouTube. Видео без введенной команды /time не принимаются. То есть, блять, в моей машине сидело 100 человек, и я сидел, стримил, на моем стриме было 800, сука, зрителей. Не примется моя заявка, если я не напишу /time, блять. Вы прикиньте, не примется заявка. Ладно. Хорошо, но я просто хочу пообщаться с администрацией по поводу того, что я там стримлю, и нам просто надо обеспечить безопасность, потому что, ну, чтоб рядом с нами админ летал, чтобы нас не расстреливал какой-нибудь дебил, да, с пистолета, просто толпу. Пишу уже третий раз на почту по поводу сотрудничества. И меня вы просто игнорите. И в группу писал. То же самое, что я. Это не я писал. То есть другой человек пишет то, что он и в группу, и на почту. У меня больше 1к подписчиков. Ну, тут, естественно, не мой уровень. Но, возможно, с вами просто не хотят сотрудничать. Так ответьте, блядь, что вы не хотите сотрудничать. То есть со мной вы тоже не хотите сотрудничать? Я не то, что у вас денег не прошу. Я уже привел к вам людей. Я задонатил. Мои люди задонатили. Некоторые из моих людей на вашем ебаном сервере прокачались уже до ебаного 4 уровня. Чтобы вы понимали, чтобы до 2 уровня прокачаться, надо 8 часов, блядь, играть. А потом до 3 уровня надо 12 часов играть. Потом еще плюс 4 часа. Вы прикиньте, это суммарно. То есть ты сначала отыграл 8 часов, потом ты должен еще 12 отыграть, потом ты должен 16 отыграть. Они, блядь, больше суток уже на вашем сервере чистого времени играют. Вы, блядь, со мной не можете связаться. Дебилы ебаные, идиоты, блядь. Ну это пиздос какой-то. Реально тупицы. При этом сервер GTA 5 RP мне отвечает через 15 минут. И причем, заметьте, мне они ответили через 15 минут. А уже условия они мне предоставили через 29 минут. Через 29 минут мне уже условия того, что каждому моему игроку будут выданы деньги, мне будут выданы деньги, и нам еще будет выдан постоянная связь с администрацией, нам будет выдана для того, чтобы нас защищали, чтобы нас всякие дебилы не расстреливали. Все, блядь! Сервер Малиновка, официально я считаю, что сервер идиотов. Но! Я все-таки писал сюда, ответ я не получил. Может быть, я там даже не буду играть, я там планирую поиграть еще, может быть, один день, мы там в одно место не съездили. Я не получил ответ, господа, на главном их сайте, я напоминаю, да, на главном сайте, когда нажимаешь кнопку «Помощь», то тебя пересылают сюда, то есть это официальные данные, что сюда надо писать по, видимо, любым вопросам. Вот, я хочу вас попросить, мои дорогие зрители, если сюда по любым вопросам можно писать, задать им вопрос, почему они мне не отвечают, и попросить их все-таки мне ответить, да, вот ссылочка будет предоставлена, да, то есть пусть раз их администрации настолько
настолько не хотят работать, что мне даже не могут ответить на мое сообщение, то пусть тогда поработают, поразгребая примерно 1000 сообщений, сука. Вот пусть у них будет сегодня рабочий день прекрасный. Очень важный звонок. Бородор, ты умираешь или что? Или у тебя какие-то проблемы? Привет, да, я умираю, пожалуйста. Ты видел уже в чате, что пишут, что бан тебе надо? А кто это сказал? Где, откуда инфа? Мне уже написал один человек, тебе в чате это пишут, да хера, мне уже даже в Дискорд написали. И как ты предлагаешь, откуда данная информация исходит? Скриншоты какие-то или что? Про фамилию опровергни, попробуй зайти, и станет все тебе ясно. Все, пока. Войти. Выберите персонаж. Нихуя не понял, блядь. Так, внимание, администрация Малиновки. То есть, подождите, вам потребовалось 5 дней для того, чтобы мне ответить на сообщение, но для того, чтобы заблокировать мой аккаунт непонятно за что, у вас потребовалось буквально 40 минут? Я правильно понял? Аккаунт заблокирован навсегда. Знаете, когда это произошло? Полчаса назад. Успешная оплата. Аккаунт заблокирован навсегда. Спасибо, администрация Малиновки. За что? А за что был заблокирован мой аккаунт, извиняюсь, да? В смысле, вот прошу прощения, за что заблокирован аккаунт, да? Может быть, мне кто-то ответил, может быть, мне администрация Малиновки ответила, да, и я должен буду прочитать просто. Давайте посмотрим. О! Да, действительно, ответ поступил. Вы не можете отправлять этому сообществу сообщение. Малиновка — лучший сервер в мире. Самый прекрасный сервак. Просто топовый, пацантре. Я думаю, что абсолютно... Я виноват. В том, что вот так вот со мной произошло, да. Я абсолютно виноват. Да, заблокирован. Я, значит, в этой группе. Вот. Угу. Вот. Вот, господа, прошу заметить, да, я как забаненный человек, да, все равно признаю свою вину и заявляю абсолютно, что Малиновка — это игра про Россию, и зайдя на этот сервер, вы попадете в абсолютно уютную атмосферу, вас не будут расстреливать толпой, вас не будут просто так сажать в тюрьму, вот, где вы сможете и свой город, блин, в своем городе пожить, и, блин, в деревне, вот, ну, пацантре, тут я думаю, что... Малиновка вполне оправданно меня забанила непонятно за что. То есть я очень прекрасно то, что 5 дней я, сука, ждал ответ на мою просьбу о том, чтобы я потом играл и не просил у них денег. Зато за 40 минут меня благополучно забанили и в группе, и везде. То есть, сука, админ зашел и нашел мой ВКонтакте, забанил меня ВКонтакте, нашел мой аккаунт босса Нигера. Забанил моего аккаунта босса Нигера на Малиновке. Охренительно. За то, чтобы утрудиться мне ответить по поводу того, что я вообще там играю и туда привел своих людей. Это... Пацантре, помните, я говорил, что вы там играли, да? Кому там понравилось. Теперь официальная просьба, господа. Пожалуйста, я прошу теперь отныне бойкотировать данное говно. Из жопы. Пиздец. Это пиздос какой-то, реально. За что? Вот, ну, что я сделал? Что я сделал? Класс. Здорово. Здорово, класс.